Традиция прижилась. Год назад бойцы Ивановского управления Росгвардии впервые отметили День защитника Отечества на природе. Руководству ведомства, как и сотрудникам, идея отдыхать активно и спортивно понравилась. И вот спустя год росгвардейцы с семьями на том же месте в тот же день. На свежем воздухе, в кругу семьи, спортивные соревнования, здоровый образ жизни, активный отдых. Это все сплачивает коллектив и улучшает настроение. И самое главное, что этот праздник мы делаем для наших будущих защитников, чтобы они росли мужественными, смелыми, закаленными и сильными. В семейной эстафете на этот раз акцент сделали не на сложность дистанции, а на веселье. И опять же организаторы полосы препятствий проявили фантазию. С одними только санками 4 вида заданий. Целью было развеселить людей и, значит, выявить наиболее подготовленную семью. Вот. Как видите, как говорится, в Росгвардии слабаков нет. Полоса препятствий была разработана с этим учетом. О росгвардейцах и говорить нечего. По сравнению с их каждодневными тренировками, полоса препятствий – просто веселая забава. Женам людей в погонах к трудностям тоже не привыкать. Подождешь любимого главу семейства из горячей точки и с любой другой задачей справишься. Я его поддерживаю, потому что я понимаю, что это очень важное дело, что нужно кому-то это делать. И если нужно будет дальше поехать, куда-то дальше, я, конечно, скажу «да». И всегда дома жду его. И когда в командировке уезжает надолго, ничего с этим, просто принимаю как есть, потому что это все, это наша страна, это наше общее дело. Я поддерживаю его. У детей офицеров всегда перед глазами показательный пример. Для них отцы-супергерои. Для них отцы-супергерои, которым преграды нипочем и злодеи не страшны. Хочется соответствовать. А самим бойцам просто приятно провести время вместе с семьей. Напрямую все зависит от того, какие взаимоотношения дома. Я считаю, что именно такие мероприятия, значит, сплачивают не только людей, которые вместе служат, вместе работают, ну и семьи. Ведь немногие, мне кажется, семьями куда-то часто собираются и выходят. Да я думаю, в последнее время тяжело куда-то выбраться. А это мероприятие все-таки объединяет в первую очередь семью. Не только спортивно провели время, но и вооружились знаниями. На импровизированной выставке все образцы оружия, с которыми росгвардейцам приходится иметь дело по службе. Бойцы рассказывают, показывают и даже разрешают подержать в руках и сфотографироваться с серьезным вооружением. Конечно, под присмотром взрослых. А вдруг сломают? Оно российское, надежное. Горка пулеметчик. Некоторые образцы даже поднять ребенку сложно, но мальчишки упрямые. Без фото не остался никто. Чем холоднее, тем больше веселья. Приятное завершение активного дня – шашлыки, пироги, катание на ватрушках и канатная переправа. Для бесстрашных и сильных защитников и их прочного семейного тыла. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лежневский район.